18 марта 2018 года, 18:01. Другие, биатлон. Мужская сборная Норвегии уверенно выиграла мужскую эстафету четвертых 7,5 километров на восьмом этапе Кубка мира в Хальменкалене. На второе место Юлиан Эберхард привез сборную Австрии. Российская команда – третья, это вторая бронзовая медаль россиян после этапа в Руппальдинге. Максим Цветков выиграл свой первый этап. Один дополнительный патрон стоил Антону Бабикову отставание от лидеров почти в полминуты. Дмитрий Малышко блестящей стрельбой на «стойке» вывел Россию на второе место. Антон Шипулин сохранял вторую позицию вплоть до ухода с последнего огневого рубежа, но на финишный круг скорости лидеру российской сборной не хватило. Биатлон, Кубок мира, 8 этап, Хальменкоулен, Норвегия, мужчины, эстафета четвертых 7,5 километров 1, Норвегия, час 13 минут, 13,7, 0 штрафных кругов, 3 дополнительных патрона. 2 Австрия, отставание 50,3, 0,5. 3 Россия, 56,9, 0,4. Источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии 0, 18 марта 2018 года.